Я вам снял фильм «Как замесить раствор». И фильм реально интересный. Я уже несколько фильмов снимаю про растворы, и вот они всегда пользуются спросом. Но этот фильм чем интересен? Он замешанный на речном песке. Я первый раз замесил раствор на речном песке, и вот вам показываю, как мы это делаем и что с этим происходит. Вот смотрите, у нас такая есть работа, она находится в Херсонской области, есть там такой остров, название пока не выучил его, то есть великолепное место, наверное, одно из самых красивых на Украине, там ну, только на лодке, на катерах прийти, и вот мы оформляем такой домик рыбака. Смотрите, ну это черновая подкидка, вот такой орбитон, мы изучаем, как его можно кинуть, можно ли нам его применить, и вот такую небольшую делаем. Ну, работу там как бы проверочную, ковка, заклепки, вот я мажу, умничаю, я хочу посмотреть, можно ли им мазать, пристынет, зацепится он, удобно, неудобно, ну мы потом на чистовую по-другому сделаем, ну вот охотно как бы самому попробовать вот этим раствором поработать. Вот, ну это как бы только объект, я буду кино, фильмы снимать, и вот такой фильм очень важный, интересный, потому что мне часто задают вопрос, а чем вы работаете? Мы работаем карьерным песком, а это песок, речной песок, вот потому что другого там нету. И вот посмотрите, что, как его замесить и что с этого получилось. Вот сейчас я вам покажу уникальный фильм о том, как сделать раствор для, смотрите, черновой подкидки домика рыбака или домика на острове, или это домик Робинзона Круза, как хотите называйте. Вот у нас, видите, эти, как его, пятница, который кидает раствор, или пятница у нас месит раствор. Вот смотрите, подкидка идет, сейчас я вам покажу немножечко вокруг. Смотрите, вот это за день пятница все кинул, не знаю сколько квадратов здесь. Ну вот, короче, кинул это за один день. И вот подкидка идет. А теперь я вам покажу, ну, страшный секрет, как сделать этот раствор. И этот человек раствор нам делает, Женя. Оказывается, у него были какие-то секретные технологии. Дедушка с бабушкой передали ему секрет и сказали, не женись, и этот тебе секрет по раствору поможет. Будешь всегда месить и всегда будешь счастливый. Вот смотрите, не спеши, Жень. Смотрите, вот секрет заключается в том, что это ведро цемента, видите, цемента. Это цемент 550-й, этот турецкий. Вот, смотрите, есть клей и цемент, клей и два песка. Значит, все просто. Мы делаем раствор 1:2, это пропорция, марка 500-я. И добавляем клея. Как он это будет делать, вы это увидите. Вот смотрите, а мешает он не вручную. У него есть техника, смотрите, страшная техника. Это еще ленинский такой, вот с музея дали броневик. Но он вообще-то мешает раствор. Смотрите, страшная машина такая. Вот глядите, двигатель, колеса или тачанка, пулемет, пушка. Не знаю, что это было, ну короче, он месит раствор. Ну все. Женя, твое слово. Давай, как ты это делаешь? Поехали. Вот, поехали. Адская машина. Вот. Все, бомба. Видите? Вот эта хрень крутит. Смотрите, как она работает. Так, заливаем. Первым делом вода. Сколько? Ведро. Ведро. Ведро воды. После ведра воды. Грамм 50 мыла. Да-да, все. Это мыло, смотрите, мыло. Это не вода, это мыло, видите? Вот мыло. Оно просто здесь, в этой бутылочке. Смотрите, умная дырочка. Это электроника, это очень важно. Теперь песок, ведро. Ведро, песок. И... 3 секунды. А, песок с водой размешается. Ты меня клонять не будешь? Наклонять не будешь. Хорошо, делай как пишется. И ведро цемента. Ведро цемента. И клей.
Две жменьки клея. О. Надо было ковшом, может, взять. Красивее было. Можно ковшом. Все. И второе песко. Вот весь секрет. И теперь градус он наклоняет. И вот так идет мешание. И теперь воды можно добавить столько, сколько надо. Тачку тяни. Вот смотрите, это секретный раствор. И посмотрите, вот мы первый раз делаем. Вот такой, смотрите, как он выглядит. А ну-ка, да, повыгребай. Посмотрите, какой раствор. Вот так он. Ну, видите, какой он такой интересный. Ну, мы жидкий делаем, чтобы его кидать. А смотрите, особенность заключается в чем? Все, хорош пока. Потом. Особенность этого раствора заключается в чем? Мы видели один к двум цемента, два песка, два и одно ведро цемента. А суть в том, глядите, а какой песок? А песок нереальный. Это песок речной. Вот в чем секрет. Что я первый раз в жизни работаю речным песком. Обычно я кучегурным, глиняным. Все спрашивают, как работать речным? А вот мы вам показываем, вот так. Что с этого получится? Ну как бы пока делаем. А вот вот такой эксперимент у нас получился, что вот этот, на этом острове, где мы находимся, другого песка нету, есть вот такой речной. Видите, ракушек, вот так он выглядит, ну, в принципе, лепится. И вот, глядите, я вам показываю результат работы этим песком. Смотрите, вот такой вот, вот он результат. Это кинули в обед, он уже схватился. То есть, ну, пока нам нравится. Ну, или что нравится, что делать, какой есть, тот есть. Вот адская машина, вот такая вот, она делает замес. Делаем один дюйм, ну можно один дюйм с половиной. Вот видели клей, вот песок, вот сито. Кинь лопаты, посей чуть-чуть песочек. Вот смотрите, двойное сито делали, все равно ракушка каким-то чудом просыпается. Смотрите, видите? Надо круче делать это самое. Все хорошо. Ну короче, вот такой фильм я вам показал. То есть вот раствор. Вот так мы вытаскиваем. И смотрите, у нас пятница закидывает все, что на глаза попадает. Жиденьким кидает, разбивает. Сеточка есть, она прибита, прессована. Очень хорошие леса, удобно работать. И скоро будем делать начисто работу. Кому интересно, заходите, смотрите. Будем делиться всеми секретами. И вот глядите, видите, какая история. Вот здесь будет сундук. Вот это сундук с золотом. На нем будет дом стоять. Мы даже какие-то скульптуры будем делать. Вот это сундук с золотом. Ну вот работа продолжается. Замес вы видели, как делается. Есть фильм, как кидается. Вот Толик сверху кидает. Женя нам подает. И я по низам. Беру, где есть пропуски, подкидываю под лесами. Ну вот этот объект мы будем делать, ну не знаю сколько, 10-20, ну 10 не будем, наверное 20 дней будем точно делать. И вот у нас будет такой сериал, 20 серий. Я каждый день буду показывать, что мы делаем. Кому это интересно, просто заходите. Это, наверное, уже 5-я или 6-я серия, ну надо посмотреть. То есть вот такой вот сериал, как сделать декоративную штукатурку, ну на газосиликат. И видите, надо обязательно делать подброску черновую, потому что если делать за раз чистовую, то ну, он не будет держаться, он просто отпадет.